Внимание на старт. Дан старт 10-го заезда. Приз имени Московского конного завода номер 1. Бег повела Виспа, на втором месте Габриэла, далее Покорная, замыкает Казарка. А бег ведет Виспа. Сбоит Габриэла. Участники проходят левый поворот, подходят к отметке первой четверти дистанции. За 33,7 пройдена первая четверть дистанции. Чуть впереди Виспа, тут же Покорная, у них в спине Казарка и отстала Габриэла. Габриэла по дистанции идет неправильным ходом, а бег ведет Виспа. 33,9 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Габриэла по дистанции идет неправильным ходом, дисквалификация. Вновь сбоила Габриэла, а бег повела Казарка. Виспа остается на втором месте, по-прежнему на третьем месте Покорная. За 35 секунд ровно пройдена третья четверть дистанции. Бег ведет Казарка. На втором месте Виспа, на третьем Покорная. Участники 10-го заезда выходят на финишную прямую. Приза имени Московского конного завода номер 1. Сбоит Покорная, выигрывает третий номер Казарка. Под управлением наездника первой категории Марата Мустафина. Второй финиширует Виспа, третий Покорная. Заканчивает дистанцию Габриэла.